Актеры Игорь Сегоу и Андрей Карака презентовали у Гомеле киноновинку Беларусьфильма «Стужку «Чорный собака». Абодва творчие деятели принимали удел у здымках белорусско-российского боевика, об чем и расповели на творчей встрече с глядачами. Сценарий фильма написаны по творах Миколая Чаргинца и расповедая про работу спецслужбов по линии борьбы с терроризмом. Здымки проходили на территории Беларуси. Режиссер киностужки Александр Францкевич Лае не упершиню працавал на просторах нашего края. У работе над сериалом «Майор Ветров» он приезжал со здымочной бригадой на микошевицкие карьеры. Фильм «Чорный собака» имеет две версии – полный метр и сериал. Это был сериал, потом они решили создать киноверсию, телевизионную версию, киноверсию, которая будет, ну, короткая. То есть они взяли продюсера, решили, видимо, или режиссер с продюсерами решили, подумали, что почему бы нет. Причем, учитывая, что там материала гораздо больше, можно все время монтировать и каждый раз делать новую версию. Ребят, которые участвовали там, ну, в сценах боевых, экшена, то есть там все-таки это оружие, взрывы туда-сюда, посадки, прыжки с вертолета. Вот. У меня, поскольку я полковник, то есть у меня просто допросы, разговоры какие-то, не больше, не меньше. Негледзячы на серьезную тему фильма и военное деяние, у сюжете знайшлося место для кахання. Показ картины «Чорный собака» стартовал во всех кинотеатрах региона. Сачыце за показами. Обмежаванне по узросте 12+.